Так, опять запустили. Искра, все такое. Смотрим. На момент нащуп. Хорошо, искры нет. Не, есть. Нащуп. Еще где-то вот расположить вот здесь вот. Рядышком. Делитель 1 к 10 стоит. Поставим 1 к 1. И смотрим, как она шумит. На антенку, конечно, получше, хоть и дальше. Ну тут просто, ну, очень маленький этот вывод. Далим опять антенку. Вот, поставим антенну. Так, стулья, ясно, нахрен не надо. Центр. Вот эта картина. И теперь мы посмотрим, скажем так, в эти ватах приблизительно, насколько она там прыгает. Вот порой поднимается на 60, ну там прыгает пика нановаты. На микроватт, да? Оно в вольтах. 223 микро или мили, что там? Микро мили все-таки. 223 милливольта. Это на расстоянии и по всему спектру так поднимается по сравнению со всем диапазоном. Так, сейчас посмотрим. Если вот мы выключили. У нас все. Сколько тут? 700. Ну там от 224 до 700 этих вот микро. А у нас было аж мили. Вот и считайте, как она получается. А, причем тут вот там же маркер стоит, там где сейчас, там где был, то есть 223. Включим. 223.